Под контролем улицы и дороги. От зоркого глаза видеокамер нарушителю не скрыться. Информация о всех дорожных происшествиях оперативно поступает в дежурную часть ГИБДД в режиме реального времени. Сведения передаются и в патрульные автомобили, которые оборудованы аппаратно-программным комплексом «Кибершериф». База данных ежедневно пополняется новыми регистрационными знаками машин правонарушителей. В настоящее время на территории Смоленской области эффективно используется работа по фиксации и выявлению транспортных средств, находящихся в собственности или пользовании у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством и в отношении которых имеются основания для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.25 КОАП. Усовершенствованная в этом году система РИФ-мониторинг уже дала свои результаты. Всего на территории Смоленской области за текущий период этого года привлечено к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок более 3600 водителей транспортных средств. Фото- и видеофиксация дорожной обстановки приучает водителей соблюдать меры безопасности и, самое главное, нести ответственность за совершенные нарушения. Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ.